Итак, всем привет! Меня зовут Денис, на канале Фрис Дэвис. Мы продолжаем играть в игру «Петля времени». Что мы сделали в предыдущих сериях? Отхренячили некоторых... Как они там называются? Я уже забыл. Идеологи. Забрали... Они, получается, сохранили некоторое оружие и начали собирать релизиум. Сейчас, кстати, мы его потратим немножко. Немножко его потратим. Да-да, читал. Так. И что нам добавляет? Релизиум, снищенный, это понятно. А что он дает? А что, я это не могу улучшить? Главное, способность слушать. А, нахер она мне тут нужна. Вот это отсюда ее убрать. А вот сюда ее поставить. Потому что это куча с выстрелов у нас. Ага, вот это поставить. И... Давай это. А это что? Потяженность. Вы быстрее двигаетесь в режиме верцеливания. Ага. Это можно сюда. И вот сюда. Так, окей. Это у нас отдача. А где? Вот где. Крутить можно, да? Ля, как сделали. Прикольно. Так. Понятно. Что? Сохраним. А они потратятся? Они же тоже, походу, тратятся, если я помираю, правильно? Если я помираю, я начинаю возрождаться. Или не тратятся? Или тратятся? Или нет? На, подожди. Это чтоб сохранить, я должен пойти обратно туда и снова переместиться. Точнее, умереть в той камере. Правильно? И тогда я сохраню это оружие. Брелки насытить. А что оно нам даст? Двойной прыжок, это хорошо. Результат прыжки. Видео прыжку. Визуализация подробно. Это понятно. Ну давай насытим. Ух ты, булькает как. Все, вот это и все. Так, ваше здоровье восстанавливается быстрее, чтобы это понятно. Ваши мины. И гранаты восстанавливают на здоровье. Не. Может, на здоровье сравнивается. Не. А, и все. Нам. А что поставить туда? Давай вот это. И... А чтобы активировать резюм как? Ага, вот так вот. Вот сюда, да? Насытить. Еще можно? Не? Один раз. Ты что у меня с глазами что-то? Так, это насыть. Да больше ничего, правильно? Это есть. Здесь. Ой. Вот так. 8000 это даже. Ну о чем мне? 2000. А, 8000. 8000 насытить.
Нихуахуа. Тут 4000 насытить. Ну давай насытим. А раз, ну какая. Ну аж. Чё она хоть дает-то, а? Ладно. Так, мы у этого мужика не были, да? А станция-то находится вот здесь. Станция-то здесь находится. А это нельзя, да, уже? Интересно, а если... блин, что пушку не проебать? Пушка-то классная. Ладно. Давай тогда сюда прыгнем. Что глаза ужас. Начали. Чего они начали так слезиться? Не пойму. Недооценивать врага – путь к поражению. Вообще-то я красавец, это к сведению. И, кстати, я добрался до твоих генераторов, поняла? Да ну, и? И так, теперь куда? Я контролирую электричество. Ой. А ты все проспала, развязка близко. Какая прелесть. Ты решил, что смог меня обставить? Запомни на будущее, это лишь потому, что я тебе позволила. Ну, успокаивай ничего себя. Нет. Все закончится раньше, чем ты думаешь. Посмотрим. Эй! Ага. Гей! Итак, короче, произошел пиздец. Я вам скажу. Какое именно? Сейчас я вам объясню. Игра зависла. И просто ее выкинула. Схрена ли так произошло? Я не знаю. Никогда такого не было. Сколько, за 7 серий? Никогда такого не происходило. Не надо! Испугала меня, падла. Так, ладно. Короче, мы знаем, как... Сука, опять она, блядь. Заебала. Там она меня застрелит сейчас. Мне надо что-то... Мне надо дробовик. О, дробовик. Где же лучше поменять оружие? Ой, надо эту хуйню. 5 патронов. Жопа. 5 патронов мало. Она в любом случае меня найдет. Да, это херня. Давай возьмем. Сука. Взял. Блин, это пиздец. А что, можно обойти? Да? Ломать. Ну и что? Что я сделал? Чуть я ничего не помню, что я сделал. Что я сделал? Я идти, я думал, тут открыл. Короче, ладно. Что у нас здесь? Туда мы ходили, короче. Отсосали, получили. Так, а мне... А, все, я понял, что это за двор. Там этот, ага. Короче, в любом случае надо идти через левую сторону. Через верх, через мою комнату. Правильно. А тут мы запрыгнем, интересно. Он же высоко прыгает. Да хуй там. Так высоко не прыгает. Ох, ебай. Он то бабахнул, блядь. Ой. Короче, нахуй его трогать, блядь. В хуй не тарахтит. Что там, что там, что там?
Тихо. Тихо, тихо. Все хорошо. All is good. Все нормально. Тихонько туда поехал. Снимаю? Нема. У меня там есть пулики. Пульки у меня там есть. Ебать! Откуда она? Это там похуей. Где? Кто? Взял я патроны, бля. Кто? Где ты, бля? Ты ж меня не видишь. Вон он говорит. Надеюсь, это не Коль. Это не Коль. Да ты охерела, бля. И патроны осталось. Это печально. Кто-то бежит. А, вон. Все. Еще есть? Давай, всех соберем. Ебать, это не пистолет, это пулемет. Все. Все, не выебся. Есть? Это... О, где она? Где ты, блядь? Алло. Откуда она? Ух ты, сука. Ну, говно, блядь. Это чем ты там? Ау! Сука, побежали, блядь. Побежали, побежали, нахуй. Ебать. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Нихуя себе там ебашут. Нихуя себе. Ты видал? Тихо. Пошел ты нахуй. Сука. Чердаки, блядь, повыставляются. Тихо. Хуя. Ох, ебать, почти сдохну. Нихуахуа. Где ты, сука, там есть, а? А? Все, блядь. Не запрыгнул. Так, бля, 40. Ох, как чердак. Привет. Откуда вас столько, ёпарес это? Охренеть. Что, еще кто-то есть? Где это говно? Куда оно упало? Что ты хакаешь? Где Джулиана? Хакает она, блядь. Говно, блядь. Ну вылезь. Сука. Блин, у меня жизни тю-тю. А если я сделаю вот так вот? И вот так вот. И вот. Это куда она нахуй летела? Ебать. Ты еще, сука. Чего? О. Бля. Надо же попасть в нее. Сейчас попробуем. Да хуй там. Ладно. Хуяк. Блядь, чем она стреляется? Пиздец. Я не понял, блядь. Чем, сука, это говно, блядь, стреляется? Алло.
Да что нахуй было, блядь? И нахуам, блять, а? Где ты, сука, есть? А? Падла, блять. Вонючая. И, сука. Достану, блять. Так, нам. Сейчас, подожди. Годится. Бать, ты что, пуля непробиваемая, я не понял. Где она делась? Ля, падла. Сука, она водится именно. Давай. Так, годится. Что, она сдохла? Хуй, там она скрылась, наверное. Сука. А что делать, а? Где она? Бля, нема. Так, ладно, это 5. Фух. Поехали. Что? Ебать! Откуда во? Нихуахуа! Ты каким нахрен бокалом? Какого хуя его? Сука. Ебать мой перец. Чем она, блядь, хуярит, нахуй? Алло. Еб твою мать. Я такое хочу, нахуй. На третий раз уж что? Ох ты, блядь, ты заебала, нахуй. Да нахуй. Да что хоть заглючила, блядь. Ебать мой хуй, да вы заебете, блядь. Пиздец какой-то. Ох, как хорошо. Блять, плохо отошла. Что делать? Джулианы нет? Она умерла? Она убилась? Она упала, она? Что с ней произошло? Она упала? Ох, ебуть твою мать! Нихуя себе! Да пошли вы в жопу! У меня нихера патронов нету, блядь. Нахуй. Охренеть! Откуда их столько? А, это уже все. Тут не выйти, да? Да. Блин, вот тебе миссия, блядь. Сука, первый раз так все хорошо шло, блядь. Так все хорошо и начиналось. Никого не тревожил. Ничего не делал. Все тихонько обходил. Валил эту Джулиану. Все ж было хорошо. Я тоже не хочу сейчас. И потом не хочу. Ты бейтесь от меня. Тихо, тихо, какой нахуй контакт, жопу? Тихо, я сказал. Вы заебали, блядь. Двойная, заебёте. Тихонько. Я тихо сказал. Или я тихо сказал. О, карта острова, нахуй. Ёпта. Всё? Не всё? Ебать. Давай феррик запущу. Сука. С гранатами, блядь. То говно с гранатометом.
Это... Козел с гранатой. Где ты, сука, есть? Все, еще? Фух, это пиздец какой-то. Что за хуйня, блядь? А? Объясните мне, пожалуйста. Почему первый раз я все легко прошел? Оно, падла, блядь, зависло, на. А сейчас это просто какой-то писец. Он так гудит. Где-то что-то есть. Где-то что-то есть, но я его не вижу. А оно где-то здесь. Опля. Опля. И еще где-то. Ты что? Это херня? Где-то еще. Где-то вот здесь. Опля. Блять, хоть обратно иди, честное слово. Ну потом же переместится время, правильно же? Что делать, а? Время ж переместится, сука. Время переместится и все. И все. И все, бля. Все закончится. И чё? Ебать. О, наконец-то. Хватит мне патронов. Да ладно. Патронов много не бывает. Активирует, нахуй активирует будильник. Это. Сейчас не надо. Сейчас не надо. Это потом понадобится. Капец. Что, можно открыть дверь? Так, ладно. А где этот... Пизда пропала, а? Съебалась? Ой. Ой, блядь. Жопа. Так, ладно. А где она делась? Что-то где-то гудит. И шо? Это я нашел. А где этот способность? А? Алло. Алло, бля. Где способность? Где оружие ее? Чем она стреляла меня? Бля, я в шоке, нахуй. Я в шоке. Тут же ничего нет, а не ничего не могу. Как она, блядь, вот так перепрыгнула? Охуела, блядь, вообще. О, так взять. Где мина эта? А, вон она упала. Ебать. Ага, вот так вот даже. Оступилась, да, девочка? Ну, бывает. С вот этой херней она меня херячила. Нихуя себе. Блам. А где? Шо она гудит так? Ага. Шо, реально с этой херни? Та ну нахуй. Не может быть. О, бля. Я случайно. Ага, вот она, это мозги. Мозги. Так, 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 мне надо ко мне в этот самый сходить. Сейчас бегаем быстренько. Тихо. Хуяк. Закрыли, чтобы никто не подсматривал. Это вдруг я его передерну. Так, это гвозди нахуй. Не нужны. Код ввели. Нихуя, нихуя мы не получили, там видели. Да иди ж ты в очко. А шо такое, не понял.
Я же видел это. Ни к чему. О, ага. 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 Что это за хуйня? Ага, понятно. Бай, хоть бы посуду помыл, падла. Не учили, наверное. Да. Так, все, жизнь у меня полная. Можно идти. У меня две смерти. А, ну да, это ж меня выкинуло, я глюкнул, выкинуло. Тихо, что-то еще. Ага, вот что. Так, ладно, побежали. Мне надо... Ой, да вылезь, блядь. Мне надо туда. А, так она и тут. Ёпта. Так, тихо, мне надо по-тихому. Нихуя себе по-тихому. Зашибись. Вашу мамашу. Хуик. Хуик такой. Да ёп. Твою мать. Ой, тихо. Хорош. Был КП. КПКР. Опа, попал. Нормально. Один есть. Ок, 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 ок. Опа, есть. Так, нырк, нырк. Блин, а шо мне? А тебе мне придется всех перестрелять. Тогда-то я мог так. Ку-ку, фу-фу, тю-тю-тю-тю, и все. О, а я тут не был. А теперь там мне надо всех перебить. А тут был чувак. А где он делся? А куда он ушел? А я не понял, о чем пост пост па 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 а па 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 тихо тихо тихо. Бля, и я его не вижу, он меня не видит. Ну давай. Ой, он еще идет, вроде идет. Он не идет? Так, это... как тяжело теперь будет. Тут-то я запрыгнул. Там-то их до хера. Чё ты, да встань ты, ёпта. Хоп-хоп. Что, будем принимать бой? А что остается? Правильно. Смотреть-то. Ага, ты тут есть слепая, такое. А, это хорошо. Умеют люди уйти в отрыв. Так, 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 двое только. Нихуя себе, трое сразу. Вот это жесть. Так, дальше. Там где-то еще один был. Или они сразу втроем? Там нету, там нету. Ага, вот. Герл. Хрусь. И все, берем. Шо?
Кто-то кричит или разговаривает. Может, я же попробую туда прыгнуть? Бля, не допрыгну, я упаду. Трусишка, райка серенький. Укради их тайны, бля. Новый игрок. Привет! Твой персонаж Интеррент. Интригующий выбор. Нахуй. В здание можно войти и выйти. Раз. Удачи в игре мастера Чарли. Два. Раз. Тихо. Где-то еще. А, вон он. Тихонько. Раз, два. Так, еще. Где еще? Блять, не Арина. Сейчас тихонько. Возможно, постреляешь. Так, две аптечки. Угу. Тейксит. Зарядка. Что она пищит? Ебать, сдохла. Ебанутая. Что тут полезло вообще? Придурасто. Сука, ебаные глаза, блядь. Детский сад. Да-да, это точно. У меня надо все помнить. Не спугни. Чтоб не спугнуть. Не понял, ты вверху там ходит или что? Походу да. Так. Ну зашибись. Сначала Интеррент, а теперь Ретта. То есть наш корабль потерпел крушение? Хуже. Хуже, вы сдохли, бля. Тю-тю-тю, ребята. Тихонько. Ебать. Тихонько. Сейчас, подожди, тут где-то что-то закрыто. Открыто. Никого. Никого. И ничего. Так, а вот еще. Мне есть. И так прекрасно. Великолепно. Если бы у тебя еще жизни было бы до самого конца экрана. Было просто превосходно. Бля, нахуй я наклоняюсь, я не пойму. Потому что так все видно. Экран же с одной стороны только. Ой-ой-ой-ой. Обещали бесконечное веселье. Интеррент нападает снова. Интеррент в локации. Базовый комплекс. Брешь в обороне. Выгнать Интеррента. Пошла ты нахуй. Че пошел ты нахуй? Открыто. Че ты открывай? А я допрыгнул? А ну нахуй. Дух не допрыгнул, бля. Тихо, наверху еще. Там чувак он. Так, мне надо тихонько-тихонько. Мне надо тихонько-тихонько. Тихонько-тихонько. А, это вот эта дверь. Ну да. Ну-то понятно.
Что активировать надо? Тихо. Нихуя себе! Тихо. Сюда. Дверь закрыл. Вот так сел. Еще лучше вообще отсюда вышел. Дверь закрыл. Все нормально. Осечка. Их там получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 человек. Шо? Спокойно. Где же ты? Хочу хоть ветер. Стать вестником перемен. Ага, они вот тут ходят со стенкой. К делу, чтоб папа сейчас сделал. Осторожно. Осторожно. Хуяк. Хуяк. О, бля. Блин, непонятно, где. Пустая трата времени. Ага, вот тут стоит. Один. 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 Мне надо еще. Тихо. Бля, вон он где, сука. Завидал. Уровень выше, это понятно. Значит, надо этих завалить. А чем бы его привлечь? А этого можно взломать? Нет. А что-нибудь взять? А ладно. Так, взломали. Двери запечатаны. Безопасность готова. Снова. Заебись. Что? Говорит. Тубит управляет системой игры отчуждения от Для мозги. Ага, привет. Капитан хочет разорвать петлю. Лучше не убивать, мастер Чарли. Ты знаешь, что я хочу сделать? Тубит помнит прошлый раз. Прошлый раз? Мастер Чарли сделал Тубит биопроцессор для умного хранения данных. Этот кусок мозга? Взаимодействие с Тубит, ну и шо? Так, что умеешь? Тубит управляет системой игры отчуждения от Мастер Чарли. Ага. И делает объявление для весь Черный Риф по громкой связь. Их слышим все. Наслышан. А можешь, сделать кое-что, ну, для меня? Ошибка. Данная вами команда не имеет смысла. Ладно. Даю команду убить мистера Чарли. Убить мастер Чарли запрещено. Капитан, плохо следовать инструкциям. Тубит ожидает команду. Так, нужно дать правильную команду. Ладно. Система памяти Тубит будет помнить меня в следующий... Ага, понятно. Особенно Чарли стал... Местом проведения ролевых игр живого действия. Понятно. А что еще? Да и чипыся. А понятно, карта. А это что? А что так много, нихера себе? Станция эра открыта для посещения. О, приехали. Что еще? А по центру управления... Ага. Так, Тубит. Тубит. А что, дай мне выйти, алло. Кнопка. Может, не надо? Блять. Не, закройся, ну его нас. Так, ладно. Короче, выходим, блин. Начинаем их.
Так, тут слева. Ебать, был же где-то. Годится. Тихонько, быстро, главное. Главное, тихонько. Нормально. А, да иди ты нахер. Сука, заебали. Вот заебали. Блин. Да вы шо там, блядь? Нескончаемый или шо? У меня вообще-то патроны закончились уже. Алло. Где-то здесь должны быть... Бля, нету припасов. Тот, что съебался? Не понял. О, годится. Ебать, дверь заперта. И как мне теперь его, блядь? Сука. Ой. А, прочитано все. Черт, эти двое? Парочка? Разобью их сердца. Твою мать. 20 метров. А что там темно, так нихуя не видно. А кто еще, я не понял, блядь, а? О-о-о, как неожиданно. Однако. Что у нас здесь? Это хуйня. Но не жадничай. Так, это есть. Перезарядить. Это есть. Это есть. Бэм-бэм. Визуальный контакт. Ебать, он ты видал? Майкл Джексон. Ох! Ты ёпары сэтэн. Майкл Джексон, ёй. Да тут где-то кто-то закричал, лишь. Бади Шона. Не, ну да, хорошо, конечно, но, блин. Ебать, это побахнул. А шо я не пойму? Ну бегут они и шо. Есть. Я здесь. Видал? Шо еще? А, это он же. Бля, где ты там есть? Еще есть? Алло. Алло, бля. Все? Где ты? Алло? Ебать, откуда ты видал? В самом низу, падла. А не, не в самом низу. На втором этаже. На. Все? Еще? Бля, еще где-то. Эх, да попадай. Шо? Еще? Все? Как отключить эту сирену? Ебаная сирена. Э, Петрович. Так, подальше. А то, блядь, я знаю вас. Ага. Ага, блядь. Что там взять, что там? Бутылка. Не понял, а бутылка что, не работает или что? О, работает. Так, что делать? Давай пятерку возьмем, да? Вот так вот. Ворвались, блять.
Так. Мин нету хоть. Оп. Берем. Взяли. Это есть, это есть. Это закрыли. Где он, блин, да? А там кто-то еще даже? Раз. Раз. А через верх можно? Там есть что-нибудь? О. Хуяк. Собирателем. А что там такое? Тихо. Ох, ебать, туда нельзя. Окно, да, есть? Да, есть окно. Бля, он что, побежал? Да ты охуел, блядь. Сука, прикинь. Педрила, выбежал, блядь. Побежал вниз. Охренеть. Твою мать. Бейте его уже, это. Бля, а что делать? Как зайти обратно? Педрила. Давай берись, блядь, быстрее. Это шо? Это хуйня. Это шо это? А, это вот эта хуйня. Вот эта хуйня. А шо, кто-то разве остался еще или шо? А теперь ж мне надо... Что мне надо? Подожди. А я все сделал? Вот это вот надо еще. Есть, я здесь, блядь. Иди сюда. Где ты там? Нету? Это что такое? Убежище. А, убежище Чарли. Надо Чарли забежать еще. То я в принципе не заходил. Понял? Ну и ладно. Иди нахуй. Шо? Пустая трата времени. Во, зашибись, поймал так. И все. И отлично. Так. Это берем. Это обязательно. Бутылки мне нахуй не нужны. Письмо от Вензе, блядь. Опять не сука со своими сюси-пуси. Это Джоанна? Привет, Чарли. Размышляешь ли ты? Ты же ведь лучше нас всех. Понимаешь, о чем я? Я просто обожаю твое тело. И твой огромный, гигантский мозг. Я хочу его потрогать. Фу, гадость какая. Ну... А, вот как он вышел. Ебать, огонь беса. Это я читал. Тют ты, ёпты. Так, подожди. Окей. Так, так, так. Сюда, тут посмотрели, там посмотрели. Тут почитали, там послушали. Холодильник не открывается. Здесь ничего нету.
Мусорка нахер не нужна. Тут ничего нету. Пизду. Что здесь? Что это? О, дневник. Все зависит от тебя. Спасибо. Я так и знал. Браво, браво. Твой разум полон бесценных знаний, посетитель. Ерва раскроет тебе величайший секрет. Тайну моего истинного происхождения. Да. 467 лет тому назад мы с сестрами проникли на этот остров через трещины в стекле реальности, спасаясь от жестокого отца. Он бесконечно преследовал нас после того, как мы бежали из королевства тысячи хрустальных дворцов. Фия, пожалуйста, давай без отсебятины. Не приказывай мне, я личность! Но... ты хотя бы самое важное расскажи про мастерскую автоматов и скажи про проект реставрации Чарли Монтегю. Проспект реновации Чарли Монтегю. Ничего, лишнее тубит вырежет. Я так понял, что... Ну понятно, Бер и Чарли, они здесь типа уединяются. Тут начнем с этого, где тут уединяться, если тут кровати нет нигде. А, это кровать. Ну ладно. Все, ладно, валим, короче. Так, все. Убили ж, правильно? А ну, тубиту давай сходим еще. А где тут пулемет? Шо у нас? Получает урон противника, замедленно становится легче, легкой мыши. Бам-бам. Пуф-пуф, ляп-ляп. Не, вот это так пошли. А мне тут сюда нахуй-то и не надо, да? А что у нас тут есть, а? Кто-то ходит? А, нет. А что это? Ага, сюда можно вставить. А где я его видел? Я его видел в самом низу. В самом низу видел, но я видел там этот зарядное устройство, но не, а все, я понял, погоди, Чарли ж там есть, ебать, я гоню, набежал кружочек, сейчас у Чарли еще выше, не, у Чарли есть там этот самый, вот эта чепухень, автоматы эти, а у них есть как раз вот, вот оно. Хуак. Тут полная хватит с головой. Чтобы запустить ракету. Сейчас запустим. Хуяк. Вот это сюда. И шо? Dangerous, dangerous. Keep. Ну. А еще один? Ебать. Сколько тебе надо, блин? Хуй. Не наебал. Ладно, давай еще один. Чисто для интереса, что он делает. Все равно мы будем сюда еще, наверное, не раз ходить. Я уверен. Активируйся. Отдай свою жизнь. Your life. О, блядь, чуть не промахнулся. И шо? Еще надо? Да. А это ж нормально, да? Ну да. Все, зеленое везде. Только не говори, что еще надо. Не, это зеленое. А, вон еще одна.
Еще одна. Где еще одну? Оно вниз придется бежать, правильно? О, батарея. О, годится. Тебе по пути чисто. Что это было? Ну и чё? Стартовать? Что-нибудь нажать хотя бы, не? Вообще пой, так вот тут фонаря сделали и все. Тут вот тумблер есть. Выглянуть она. Что-то не работает. А что оно все деревянное? Вот тумблер есть. Батарея выглянуть нет. 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 Нихуя не работает. Ладно. Где этот? Открыть дверь. А шо, с ним поговорить нельзя, да? А, ну да, я ж убил. Получается это. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Убираем. На выход. На выход, а где выход? Алло. Вы ж не показываете. Как? Я ж не могу тогда пойти куда-то. Тихо. Тихо, тихо. Так. Выход. Да, выход. А если. Подожди. Это на шо? Это нам не надо. А это шо? А чё они каждый раз меняются эти самые свойства, я не понял. В любом случае на выход, ладно. Каждый раз меняются свойства. Эти умения, я не знаю, как это назвать. Нормально? Чё они меняются, а? Опля. Два дармоеда. Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Это перезарядиться надо. Потрачено. Ничего не потрачено, все сыграл. Бля, не попал. Есть контакт. Я... Интересно, я смогу попасть в такой дуры? А нахуй она нужна? Ой. Ну. А чё этот не вылазит? Так-а. Как ты меня заебал? Все, нормально. Сюда бы еще этот самый снайперский прицел вообще была бы тема. Цены бы не было. Так, ага. Похоже, замечена цель. Какая нахуй цель? Где ты вообще есть, ты слышишь? Жопа, блядь. Ладно, это не моя забота. А, ты там наверху, блядь. Ты охуела, блядь. Мразь. А? Не понял, а чё не долетел? Так. Тихо. А я тут. О, у меня тут не был, да? Я вот так ходил. Да, я вот так ходил. Потом вот так. Потом вот так. Потом вот так. Чисто. Чисто. Сосил каратиста. Там сюда. Там сюда. Там сюда. У ты чу-чу-чу-чу. Ну, как там его? Надеюсь, это просто.
Надеюсь, это просто смерть. Что у нас? Ничего нету? Ничего нету. Все. Ой, добрались. Наконец-таки хоть не вылетело, уже хорошо. Оп. Да. Отлично. Да ладно. Ёпта, я думал, зависло. Вас убили. О, я жив, что два раза меня убили. А при этом потом восстановилось, было X2. В чем прикол? Или. Все, ладно. Ни хрена себе. Нормально. Насобирал, так насобирал. Так, все, на сегодня все. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока, всем удачи.